Что? Работай, мужчина, работай. Казак. Okay, I just wanted to show how this thing works. Ну, почти воин. Почти. Вид, конечно, безумно красивый. Что там говорить? Да, Жигули. Красота. Жигулевские горы, бывшие Яблоневые горы, бывшие Девьи горы. Их называли по-разному в разное время историческое. Здесь был Стенька Разин. В этих краях, говорят, былины и легенды, был Емельян Пугачев. Мы не можем об этом сказать достоверно, но былины, предания, сказки нам об этом рассказывают. И сегодня мы вот собрались на этом живописном месте, чтобы, так сказать, вспомнить свою историю, поздравить своих друзей и пожелать вам всего наилучшего с Жигулевских гор. Это село Задельное. Это село Задельное в Жигулевских горах. На реке, на русской реке, на Волге. Продолжай. Ну, пожалуй, все. Спасибо. До новых встреч.